Друзья, сейчас в моей группе ВКонтакте проводится розыгрыш пинг-поттера. Все, кто хочет, может легко поучаствовать. Ссылка стоит под видео. Заходите, принимайте участие в конкурсе и выигрывайте пинг-поттер. Кому-то должно повезти. Ребята, у нас первые находки. Ходим тут возле этого дома старого. Сейчас покажем, что нашли. А, для начала вот покажу. Такую херню я нашел. То ли подсвечник, то ли чего. Медная. Звенела, триндец, блин. Как монета, блин. 5 копеек екатерининских. Показывай, Лёх, что там нашел. О, у меня медальончик. Алюминиевый. Вот Аська и Лёха нашел медальон. Вот такой. Ну, что надо почистить, конечно, потом почистим. Приложим. Как там у посла медальон? Да-да-да. Пахнет магнитофон. Магнитофон, у посла медальон. А у меня 5 копеек. Ну, классно. 1956 год. Это уже мне нравится, хоть что-то, блин. То... Ну, Леха доволен. Второй раз. Ходили уже. Второй раз на коп выехал, а третий уже раз, да? В прошлый раз мы вообще ничего не нашли. В прошлый раз пусто вообще. Даже снять было нечего. Леха зверел. Одни пробки попадаются, монет вообще нету. Леха психанул. Леха, будут еще монеты, будут. Надо искать. Что? Будут. А вот сейчас пошли находки. Ура, ура. Это радует. Ну, Лех, покажи монету, которую нашел. Девушка. Непонятно. Вот вторая уже такая попадается. Это не монета, ребят. А выкапываешь, как будто монета, блин, зыбкая фигня какая-то. Непонятно. Ну, непонятно. Ну. А я нашел вот 5 центов. Старый литовский 5 центов. Или 36 или 25 год. Mm-hmm. Он прям лежал там под корнем, вот, под деревом. Прям под самым-самым деревом. Вот тут под корнями лежал. Вот. 5 центавриков. Старого образца. А, веселкой пахнет. А вон веселка растет. Самый быстрорастущий гриб. В красной книге. Очень лечебный. Но баня не старая. Да кто там опять? Что ж такое, блин? Не дают мне покоя. Ага. Ух ты, жирный. Поломанный, зараза, блядь. Нифига, жирнов, блин. Старый, блин. Что это? Жирнов. Ты знаешь, что под жирновами сюда клады прятали? Нет. Я жирнов. Под жирнов и жирном придавливали, и все. Но здесь он просто валяется, блин, сюда просто закатили. Что он найду, что там все-таки? О, видишь? Да. Ну, по этим полоскам мука сыпалась. Ты. Сними же, да. Понял. Ну, мусора тут будет. Ну, а первая монета. Возле дома. Естественно. Старые советики. 2 копейки. 1942 года. 42 год, 2 копейки. Возле дома. Ты, Леха, лучше возле дома ходи. Больше шансов, что монету найдешь. Там вряд ли. Там это сарай был, скорее всего. Вот дом, Леха, основной. Так, у нас монетка. Или 42, или 49 год. Разберусь и приложу. Как всегда. Такая вот желтенькая. Не буду сейчас ее чистить. Темно, вообще нифига не видно, блин. Что, Лев, нашел что-то? Что-то хорошее. На. Да. Давай посмотрим, что. На тебе пиночет. А, пиночет. Что там вон? Да. Пиночет.
Пиночета стоит. Нормально. Да тут сильно там можешь не взорвать, он здесь все истоптано, здесь он коровами, все в дырах, бля. Шестереночка. От часиков древних кукушечка, наверное, была. Леха тут как рот роет. Всю дачу уже пережил тут. Да, можно картофель сорвать. Что таит в себе земля? А таит она в себе пробки. Вот такие вот пробки поганые, которые кругом, всегда и везде. Вот, ребят, еще один дом стоял. От древности он уже весь разрушился. Рассыпался. Вот, попробую здесь походить, хоть рядом, хоть чуть-чуть посмотреть, может, что здесь будет. Хотя что-то я сомневаюсь, что здесь что-то будет. Но походим, посмотрим. Кроме мусора здесь вряд ли что найдешь. Под корнями, ребят, копал тут, блин. О, вытащил вилку и даже не поломал ее, как я аккуратно ее вытащил. Такая с узорчиками, уже медная, но старая. Цветочком. Прикольненькое. Даже покрытие когда-то было. Берем. Что, Лев, поможешь этим? Пином? Давай пином посмотрим. Страдаешь ты. Я ж вижу, что ты страдаешь. А, вот он. Сух. Бля. Тихо, ребята. А, да? Нормально. Эмоции, ладно. Пила. Фига себе. Гляди, Васек, рыба, пила. Что-то, да. Офигеть, можно. Пойдем сейчас по дрова. Да, блин, круто, слушай. Че это, да, такое уродство? Ура. У меня тоже что-то здесь звенит, трындит. Что-то нереально здоровое. Сейчас буду выкапывать. Вот тут монета, вот, где-то возле фундамента, стопудово. Ну, блин, попробуй ты там, блин, разберись. Да, лом, да? Или труба просто? Да, тут кто-то, блин, ковырялся комплектами. Шли с братаном по полю, искали, где здесь деревня была старая. Шли, металлоискателем махали. Сигнал. Один-единственный сигнал. Километр прошли. Полюшки. Да, серьезно, один сигнал был. Копанули, во, вывалилось. Я, честно говоря, думал, что это пробка, это водочная. Это оказался кулон. Значит, деревня была здесь, деревня была. Алюминиевый. Да, друзья, сейчас в моей группе ВКонтакте проводится розыгрыш пинпойтера. Все, кто хочет, может легко поучаствовать. Ссылка стоит под видео. Заходите, принимайте участие в конкурсе и выиграйте пинпойтер. Кому-то должно повезти. На сегодня все, друзья. Вы были на канале «В поиске клада» с Серегой. Пока!